We have excellent training today in Spain. Anya, first time in training. Tennis, hockey, very good, under the net. Anthony, it's too much. Anya, first time on the session. Well done, Anya, Anya. And now come back. Follow the ball. Да, веди, веди, веди. Молодец. Молодец. Веди мячик, веди. Хорошо, Аня умеет держать ракеточку. Молодец, молодец. Впереди себя, хорошо. Она сегодня научилась, уже задание первое. И к себе на корт, на сторону, на левую сторону корта. On the left side. Вот так. И через сеточку, через сеточку. Браво, браво. И еще раз. Антош, теперь играй аккуратно. Не сильно. Вот так. Молодцы. Анечка за мячом. Энтони, Антоша играет очень уже хорошо в эту игру. Давай, давай еще, Анечка. Быстрее, вот так. Быстрее. Now backhand. Аня умеет и справа уже, и с левой стороны на корте. Ориентируется визуально. Молодец. На первой тренировке очень хорошо. Молодец. И готовься к следующему мячу. Видишь, Антоша играет быстро и сильно. Anthony play very quick and very fast. Аня, first time on the training. Медленнее, Аня играет. Медленнее. Молодец, Аня. Давай, давай. Anthony wild time, practice. His balance. Молодец, молодец. Еще, еще через три. Давай, давай. Молодец, ведешь мячик. Аня поняла, что есть линии на корте, что их четыре линии, несколько зон. И она умеет уже держать в зоне. Молодец, браво!